Так, ребята, сейчас буквально 3 минутки хайпанем. Короче, да, есть фишки разные, но я иногда это тоже делал. Кто в ТикТоке сидит, видео с Лешей собрало 700 тысяч просмотров и кучу комментариев. Помните, да, когда мы прыжки делали? Значит, смысл какой? Сейчас ваше действие при захвате вашей ноги. Сейчас предположим, представляем, левая нога пошла. Обращаю внимание, захват ваш должен идти вот именно таким вот образом. Не вот таким, почему? Да, потому что, вспоминаем, вам бьют в ребро, ломают ребро. Вы захватываете ногу, при том, что вы получили там образ или в худшем случае сломанное ребро, он еще и зарабатывает балл. Поэтому движение. Пошел. Да. В прошлый раз мы отрабатывали ситуацию, да, что в этом захвате я могу бить, Леша пытается ударить. Но попробуем сделать что-то такое прикольное, разнообразное. Обращаю внимание, вы должны уметь работать разнообразно, так как ваши соперники, встречаясь с вами на соревнованиях, знают, что вы будете делать только этот прием, а вы фигак сделали другой прием. Вы должны быть разносторонне развитыми. Это оказывается не только в спорте у нас, но и в жизни. Правильно, Алексеева? Он бьет. Пошел. Раз, захватили. Смотрите. Мы отрабатывали, да. Мы сейчас попробуем. Руку поставили здесь, и Алексей бьет в прыжке с разворота пяткой. Поехали. То есть такая фишка. Но тут самый главный момент, знаете, какой? Получилось? Дай ножку. Смотрите, ошибка многих, вы когда начинаете бить, он падает назад, и ваша нога все равно пролетит вот здесь, в реале. Поэтому этот прием делается каким образом? Он чуть-чуть обязательно на ножку загрузить для прыжка, и когда он бьет, он старается как бы на меня идти. Он сам, потому что все равно в воздухе за счет центра тяжести он будет падать вниз. И если в тот момент, когда он начнет прыгать, он полетит ко мне, то есть большая вероятность, что расстояние будет маленькое. Вы поняли, о чем я? Это физика самая элементарная. То есть в момент прыжка вы должны... И поэтому обращаю внимание, кто лапу держит, лапу держите не здесь, а вот четко вот здесь в голове. Готов? Еще раз, поехал. Старайтесь попасть. И крайний разик. Еще раз двигаемся. Двигаемся. Ножку захватили, держим. Все. Можно подождали, попрыгали, допустим, чуть-чуть. Лапа сразу здесь пошел. О, хорошо, прям ухо пролетело. Большая просьба держать хорошо. Если уберете, трындец вашему уху в голове, кстати, нормально сейчас было. Все, вот здесь, понятно, держим? Вот здесь. И напряжена. Если ты прижмешь, импульс даст кулака в твою голову. Поэтому вот здесь. И прям чувствуете, нога летит вот на него. Только не сделайте таким образом, что вы как бы кидаете, а он запоздал и вам. Понимаете? Давайте, буквально... 2 минутки один, 2 минутки другой. Попробуем, попрыгаем.